Вот так который день выглядят мусорные баки в городе. Эти в районе улиц Богдана Хмельницкого и Благова, переполненные по максимуму. И проблема вовсе не в забастовке регионального оператора по вывозу ТКО. Просто спецтехника из-за снежных катаклизмов не может проехать во дворы. Коммунальщики извиняются, мол, делают, что могут. Еще одно препятствие на пути мусоровозов – припаркованные во дворах авто. Несмотря на усиленную работу снегоуборочной техники, местами образовали сильный занос. По этой причине мусоровозы не смогли добраться до контейнерных площадок. Сейчас все коммунальные службы города находятся с нами на постоянной связи. Как только появляется возможность проехать тот или иной район, как оператор сразу направляет туда машины.